Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я Ахнаф из Шри-Ланки. Я учусь в Эрудин на медицинском институте на первом курсе. Сегодня я расскажу вам небольшое стихотворение о Дне Победы. День Победы 9 мая. Праздник мира в стране и весне. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшийся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам победу и вернувшим нам мир и весну. С Днем Победы, всем спасибо!